Управляющая компания «Региональный оператор» расширил парк автотехники для раздельного вывоза отходов с территории Одинцовского округа. 30 современных мусоровозов уже выведены на маршруты. В ближайшее время их количество планируется увеличить до 50. Объем кузова одного мусоровоза от 15 до 20 кубических метров, что позволяет осуществить ежедневный вывоз отходов. С 90 контейнерных площадок загружает до 200 контейнеров.